Ребят, всем привет! Всех с праздником! Кто празднует? В общем, надеюсь, у вас хорошее новогоднее настроение, рождественское. Мы начинаем нашу трансляцию. К сожалению, были небольшие технические проблемки из-за этого. Получилась задержка в полчаса, в общем, стартанула немножко позже. И сегодня у нас, ребят, Golden Format Cup по счету 160-й. И вот сейчас я жду пока приглашения от команд. Будем мы смотреть уже 1-16, так как 1-32 я уже пропустила. И вот смотрю, ребят, сейчас сетку. У нас в 1-16 прошли Казис, Giveaway, Arcadia Sports, Академия, Level Up, Арсенал, After Miss. Не знаю, как правильно читается, After Mess. И Shadows Team 742. И старички ESL Agra, Kung Fu Life, Lucky Virtuhan, Grat M, TD42 Сталь, GG Impact, CSKA Академия и Gentleman Gaming. Также вот я вижу, уже отыграли Kung Fu Life с Gra. И Level Up отыграли уже со своими противниками, с Арсеналом, и прошли уже в 1-4.
А, да, ребят, мы, скорее всего, будем смотреть сейчас уже стрим четвертьфинала, потому что, вероятно, я пропускаю сейчас игру. Уже ребят начали играть. В общем, немножко придется подождать. Только будет приглашение, будем смотреть. Ребят, у нас не стрим-шоу, это Golden Format Cup по счету 160-й. В общем, тут остается только смотреть.
Ну а пока мы набираемся, вернее, набирается команда Shadows Team, я напоминаю, мы смотрим Golden Cup формат по счету уже 160-й. Сейчас на матче будут играть у нас команда Shadows Team, я за Shadows Team и Level Up. Чтобы вы не путались, Shadows Team будет зелеными, потому что я за них, и Level Up будут красными, соответственно. Ребят, пока кидают приглашения, пика техники, по всей видимости, не было. Intoxicated beauty tears everything down.
Играть команды будут на карте Стерпи. Команда Shadows Team 7.42 будет в атаке. И Level Up в дефе первый бой. Ребят, идет уже пик техники. И левел ап берут 1.90, Shadows Team 2.90, левел ап 2 бульдога. И аналогично поступили Shadows Team 7.42. Левел ап пик это 49 и ру 251. Опять намечаются очень легкие ЛТшные сетапы, которые на этой карте в принципе рулят. Будем смотреть сейчас, возможно, пикнут еще тяжелые танки. Возможно, будут 32-ки. И Shadows Team 7.42 пикают еще 2 ру 251. По всей вероятности 32 мы в этом бою не увидим. Это было ТЛТ на ЛТ. Да, сделала я тише музыку, потому что вот человек написал в чатике, что музыка слишком громко играет, что исправили. Стримить сегодняшние матчи буду я, вернее, я это уже делаю. Меня зовут Тата. Ник у меня в игре Miss Rocky. Я сегодня буду стримить и комментировать вот 160-й Golden Format Cup.
this is the end. Hold your breath and count to ten. Feel the earth move and then hear my heart burst again. Вылетел игрок команды Shadows Team 7.42, и сейчас вот ожидаем. Ребята, похоже, собираются ехать шестером. Да, Shadows Team 7.42 будут играть в шестером. Level up в полном составе. Ну и как, собственно, мы видели на пике, тяжелых танков не будет в этом бою. Играют команды чисто ЛТшными сетапами. Команда Shadows Team 4.90, 2.251, и команда Level Up 2.1390, 2.251, 1.49 и 2 бульдога. Смотрим пока первоначальный разъезд. Команда Shadows Team 7.42 планирует ехать на вторую базу. Возможно, они будут ее брать. Возможно, это какие-то отвлекающие маневры сейчас будут. В общем, все увидим. Level Up же едут на свою первую базу и готовятся принимать оттуда. Такой яркий пример, когда команды разминулись на карте абсолютно. И, в принципе, у Shadows Team сейчас есть просто шанс взять вторую базу. Вот бульдог подсвечивает, уже пошли, вероятно, первые засветы. И он, скорее всего, отсюда, наверное, не уйдет уже. Киры за бульдогом, и выезжать он уж туда не будет. Все-таки бульдог ушел. Он ушел к своим, он смог уехать. И сейчас в опасности Акира R4. Но на него тоже не стали делать выход, потому что здесь прикрывают союзники.
И тем временем Shadows Team 742 берут базу. Не берут базу, они уже почти ее взяли. И левел ап надо сбивать. И у них это получается сделать. Сбивает он лайк. Ходят бульдог с Ru-251. Да, у них получается сбивать. Сбивает комбат. И захват уже не удался. И Shadows Team просто рассыпается на глазах. Забирают Ru-251, заберут сейчас 1390, да, забрали, забирают сейчас DJ Rust, по всей вероятности. Очень много шотных осталось у Level Up. Это говорит о том, что все-таки был фокус не очень. У Shadows Team ребята все еще отходят от Нового года, наверное. Забирают последнего 1390, да, забирают его тараном. Инхорнет отправляет Джей Раста в ангар, и мы идем к следующему бою. Хорошо отстрелялись обе команды, но вот у Level Up все-таки получилось лучше с фокусом, очень много шотных танков осталось, и не хватило совсем чуть-чуть Shadows Team 742 добить там пару шотных вовремя, и это была бы победа, возможно. И мы видим изменения. Появился все-таки еще один игрок в команде Shadows Team. И играть команда теперь будет. Оу. Теперь есть Т-32. Те же ЛТшные сетапы, все то же самое в команде Level Up, но в команде Shadows Team 742 есть изменения. Вместо бульдогов появился М44, появился лишний Ru-251 и появился Т-32. Я вижу это, вероятно, вылет. Да, я выхожу в ангар. Это вылет в какой-то из команд. В общем, мы опять в ангаре. Потому что это не вылет, это ошибка. Забыли сменить, в общем, базы. Теперь команда Shadows Team должна была быть в дефе. Немножко замечтался Dark Angel. И да, в защите все правильно по сетапу получается. Теперь в защите Т-32.
и артиллерия у Shadows Team 742, а Level Up будут атаковать тем же сетапом, которым они защищались. Это 2 1390, как вы можете видеть, 2 РУ 251, Т-49 и 2 Бульдога. Чисто ЛТшный такой хардкорный сетап с 49-кой, которая, в принципе, может нанести 100 урона фугасом, а может просто вынести целый танк. И первоначальный разъезд вполне обычный, 32-ка становится просто на отстрел, далеко не будет уезжать, а ЛТ-хи просвечивают 7-8 линию. Просвечивают все вместе, потому что сетап ЛТ-шный у команды противника, и есть шанс нарваться, в общем, одной ЛТ-шки там на целую толпу и умереть. А так хотя бы они смогут отстрелить пытающихся, в общем, проехать здесь. Да, мы видим Rush от команды Level Up через 8-9 линию, и Shadows Team их принимают. Это будет выход на 32-ку. Да, это выход на 32-ку, наружку, на 90-ка. И фокус отличный, но 90-ка не ушел сразу в ангар. Очень много шотных опять остается у Level Up. Да, не повторяют свои ошибки Shadows Team. Добирают они бульдога. Ну и остаются тут 3 танка на 2 танка, и да, забирают РУ-251, уничтожают, и вторую РУшку тоже будут забирать. И, в общем, остается одна артиллерия сейчас, РУ-251, которого не попадает артиллерия в ПТ-режиме, просто очень близко, очень не везет такие Р-4, он не попадает в Дарк Энджела, хотя, в принципе, с такого расстояния он мог запросто попадать и забирать. Остается один DJ Rust, до конца боя целых 5 минут, и шансов вытащить бой на ничью у него уже остается очень мало. То есть не на ничью, а на победу на свою, то есть раньше это была бы ничья. Но вот, возможно, сейчас минусует Руся на Тигра и сможет бежать. Ну, в общем, это вряд ли. Это, скорее всего, победа сейчас за командой Level Up, и матч будет за ними. Успевает еще на ходу 1390 отстреливать бульдога. Некоторые снаряды все-таки не попадают, но его садят на каток и забирают сейчас. Да, его забирают. И, ребята, это победа за командой Level Up. 2 боя уже подряд. Хорошо пострелял у Level Up бульдог. Dark Angel на бульдоге. Ну, я выхожу из комнаты, буду ожидать сейчас приглашения от следующих команд. Ага, даже так можно музыку убавить, хорошо. Исправила. Буду я теперь погромче разговаривать.
sabes bien dónde está mi virtud, mi verdad. Yo también sé de ti, tu ilusión, tu soñar. Bésame, no queda nada que explicar. Afinidad. No me pidas más de lo que yo puedo amarte, y verás que a nadie como a ti amaré. No me pidas nunca que de ti no me aleje, y aquí estaré. No me pidas más de lo que yo puedo darte, y seguramente todo te lo daré. Deja que abra el corazón, déjalo ser y entrégate. Pídeme solo amor, sin duda И есть уже приглашение от команды Live to Sleeve и Giveaway. Насколько я знаю, команда Live to Sleeve создана совсем недавно, и если на ESL раньше и играли ребята, то в составе других команд. Live to Sleeve — это новая команда, и, насколько мне известно, ребята собираются в Wargaming League играть. Возможно, вот проходят сейчас какие-то отборочные, либо уже проходили. В общем, интересно будет за ними понаблюдать, какую игру они покажут сейчас.
В общем, собираются пока у нас команды, собираются сетапы, еще не пикали, на каких танках будут играть ребята, да, вот начинают пикать. И гивэй берут 2.13.90 уже изначально. Life to sleeve бульдога. Двух бульдогов и 90. Что-то у нас происходит такое, что музыка сегодня меня перекрикивает. Возможно, я разговариваю слишком тихо. Не знаю, в общем, подстраиваю потихонечку. И Live to Sleep берут бульдога 12.90, еще одного 90-ка и RU-251. Гивэй играют с двумя RU-251 и Live to Sleep будут играть с RU и Т-49. И Гивэй будут играть с 12-ты. Решили все-таки не брать ребята бульдогов, решили брать шестерку, причем шестерку хорошую, танк веселый, барабанный, довольно глазастый, и в принципе довольно-таки фановый для рандома, не для 7.54. Сейчас посмотрим, что он тут сможет. И что еще примечательно, командир команды Live to Sleep с таким ником «Коварная девушка» и... Так, похоже, у нас вылет. Да, я выхожу в ангар тоже. И, по всей видимости, это девушка, ребят. Scrub is a guy that thinks he's flying this, so known as a buster. Always thinking about what he wants and just sits on his broke ass soul. No, I don't want your number. No, I don't wanna give you mine. And no, I don't wanna meet you nowhere. No, I don't want none of your time. And no, I don't want no scrub. A scrub is a guy that can't get no love from me. Hanging out the passenger side of his best friend's ride. И мы отправляемся все-таки в бой. Вылетов сейчас нету.
Все разъезжаются, все хорошо. И мы видим, в общем, команды разъезжаются, в принципе, друг другу навстречу. Были ли засветы, пока еще неизвестно, потому что модов нету, к сожалению, пока. И три ЛТ-хи мы видим, были сейчас за железной дорогой, Live to Sleep. Отходят назад 2.13.90, которые, в общем, подсветили большую часть, видимо, Live to Sleep. Отходят они к своим и будут сейчас направляться, по всей вероятности, к второй базе. И Live to Sleep разворачиваются и тоже едут к своей второй базе. То есть, возможно, это будет прием. Они ожидают это, то, что противник может заехать сейчас со второй, потому что все уехали, отсветились, и прошло уже время. Идет захват гивэй. Идет захват, на захвате 4 танка, пока непонятно зачем. Да, вот Лео выезжает из захвата и будет площадь, тут будет площадь один. И из захвата съезжают. Получается сбить у Т-49 сносит аж 700 хп РУ-251. И, возможно, он стрелял кумулятивом сейчас, фугаса мог вообще заваншотить. И происходит что-то непонятное, вот забирает 1390, его просто на такой жесткий фокус 290 посадили. И вот Марадона сейчас его забирает, забирает Фоекса, забирает Драгон 1390. В общем, тут такое мясо, ребят, мясо, месиво. И ротно остается Бульдог Зальман у Live to Sleep. И он сейчас, да, он забирает тараном 1390, видимо, немножко не рассчитал. Лучше бы берег свой ствол. И Лерой отправляется за Фоексом. И не попадает. Видимо, 1390 Тусли сейчас был на перезарядке, потому что я видел, он не стрелял, но Гиперекс ему помогает, и они остаются вдвоем против одного 1390 противников. И 90 заряжен, уже дает несколько снарядов по гипериксу, и он по всей... А, фугасом он не забирает Марадонну, и... Но это делает Фоекс, и победа за командой Live to Sleep. И меняются сейчас местами команды Giveaway и Live to Sleep. Live to Sleep теперь будут играть в атаке, а Giveaway в обороне. We'll be right back.
Вот что примечательно, ребят, были матчи позавчера, когда команды играли не полным составом. Праздники, видимо, они все собрались, и были такие команды и сегодня тоже. А вот у какой-то из команд даже сидит замена, и сидит Империон на 13.90. То есть ребята очень серьезно отнеслись к турниру, и сидит даже замена. Мало того, что в полном составе, и... И мы отправляемся уже в бой следующий. Лифтус Лив сейчас в атаке, Гилвей в защите. Лифтус Лив, по всей видимости, сейчас будут ехать все вместе к железной дороге. Может быть, будут падать за нее, возможно, нет, возможно, это будет только подсвет и разворот назад. Ну а Гивей занимают дефовые такие позиции. Вот я вижу такой баг, ребят, вы можете видеть тоже сейчас. Трансляция не прогрузилась, часть текстур. Забавно, я такой первый раз вижу. Целиком не прогрузились текстуры. Забавно. И Bulldogs RU 251 сейчас стоят по А-линии. Они будут смотреть на... свою первую базу. Остальные ребята распределились по 6-7, как вы можете видеть. И, в общем, готовы там что-то просвечивать, принимать. Движухи пока особо никакой нету. Мне даже интересно пойти поплавать туда в квадрат. Такая черная дыра, ребят. Черный квадрат, вернее. Черный квадрат Малевича. Уникальный момент, вы можете наблюдать квадрат Малевича прямо в танках на карте степи, прямо по центру, прямо во время турнира. И Гивей сейчас должны сбивать, но время тикает пока потихонечку, потому что на захвате только один танк. Лифтус Лив поставили, и умирает коварная девушка на бульдоге. Забирают ее просто таким фокусом. Стоят на отстреле RU 251 и Т-49 на железной дороге у Лифтус Лив. Бульдог он подсвечивает, и это, конечно, очень выгодная позиция сейчас у Lift to Sleep. Хоть захват они решают не делать, поскольку потеряли, видимо, бульдога одного. И 2.13.90 от Giveaway собирались сделать объезд. И, видимо, дали какой-то просвет, возможно, и решили вернуться назад, решили присоединиться к своей команде.
Вот вы видите слева сейчас такой квадрат Малевича. Он, если посмотреть сверху, он такой черный-черный будет. Может быть, это даже прямоугольник, но мне что-то кажется, что это квадрат. И Live to Sleep отправляются по первой-второй, отправляются в объезд. Не удалось взять первую базу, не удалось. Все-таки были, видимо, просветы. Потеряли одного бульдога, и, в общем, команда отправляется теперь с другой стороны пытаться. Оставляют одного бульдога у первой базы противников, и бульдог там, возможно, будет что-то сейчас настреливать, пойдут просветы. Нет, он становится на захват. Это такой способ, видимо, выманить сейчас противников на сбитие базы, на подсвет сбитие, и в это время собираются зайти и разобрать всех, но тут слишком много игроков команды GV, слишком много танков, и вообще маневр, скорее всего, не удастся. Но бульдог тем временем берет базу. И мы видим, что на квадрате Малевича даже прорисовывается травка. Это удивительное зрелище, конечно, помимо турнира. Забирают Киперикса, ходит он в ангар. И счет пока 4-4. Забирают Крабла, забирают Фокса. И бульдогу не удается брать захватом. В общем, его, скорее всего, сейчас тоже забирают. Неудачный бой для команды Live to Sleep. Они потеряли в самом начале боя бульдога. Потеряли бульдога, который тут дерзко, в общем, в камнях у них подсвечивал, уже близко слишком подъехал. И это все оборачивается для них поражением. 1-1, ребят. Победа за Giveaway. И сейчас мы будем смотреть третий бой, который, собственно, и решит результат этого матча между командами Live to Sleep и Giveaway. Да, есть такое дело, Гринхорн, игроки таблички не видят. Когда катаются по карте, эти таблички видят только наблюдатели, и вот так вот придумали в Wargaming это было. Эти таблички видны только на трансляции и вот только наблюдателям.
сейчас будет пик, будут пикать технику команды. И гивэй берут 13.90. Live to Sleep 2 бульдога. Гивэй берут ру 251 и 50-100. А Live to Sleep пока думают над сетапом. Да, берут тоже сотку и берут ру 251. А у гивэй в сетапе есть еще один ру 251 и 50-100. У Live to Sleep ру 13.90. А тем временем, ребята, в полуфинал уже вышли Level Up и команда Kung Fu Life. Kung Fu Life пока ожидают своих противников. Противниками будут либо ТД-42 Сталь, либо ЦСКА Академия. Ребята еще играют между собой. А Level Up ожидает пока какую-то из наших команд. Сейчас матч, последний бой вот этот решит матч и... Будет победа либо за Live to Sleep, либо за Giveaway. И ребята, кто-то из ребят станет противниками Level Up. Ребята просят ссылку на стрим. Задержка у нас, народ, 5 минут. Матчи идут 7 минут. И, в принципе, по трансляции можно посмотреть исключительно разъезд противников там своих и все. Отправляется игрок... Оказывается, все-таки он из гивэй. Я вот долго сидела, думала, гадала, с чьей он командой, которая сидела на замене. Теперь он отправляется в команде своей гивэй. Отправляется на 50-100. И вот мы видим окончательные сетапы сейчас. Обе команды будут играть двумя семерками, но Live to Sleep решили играть с ЛТшным сетапом. Это было два бульдога. Из седьмых уровней у гивэй семерки тяжелые танки. Это ИС и ИС-2. У гивэй также 2.50-100 и только три светляка. Это будет ру 251 на MX-1390. И еще один ру 251. А Live to Sleep играют ЛТшным сетапом, повторюсь, из тяжелых танков. У них только 50-100, если его можно назвать, конечно, тяжелым танком. И Live to Sleep, ребят, у нас в атаке. Дефить будет команда гивэй. И напоминаю, этот матч будет решен сейчас вот этим боем. Пока что по счету у команд ничья, это 1-1, и победитель этого боя будет победителем, в общем, матча между двумя командами и пройдет дальше, будет играть против Level Up. И мы видим первоначальный разъезд, ЛТшки и Live to Sleep едут по центральной дороге, отправляются, в общем, аж в пятером.
на вторую базу противника, а бульдог 50-100 отправляются на нулевую линию, возможно. И получается такая стычка сейчас между ЛТ-хами. Получают уже, идут прострелы. Забирают... Нет, не забирают Нейриса. Нейриса. И Кабло тут сейчас очень опасно так... Ой, Краболоид очень опасно сейчас тут выехал, и его забирают. Очень опасный такой момент сейчас для Left to Sleeve. Да, они минусуют пилота на РУ-251, который шотный здесь стоял под домиком. Они минусуют Зальмана и... Они минусуют Марадону, забирают у них Зальмана, это забирает союзник, GyperX, уничтожает своего же. Случайно попадает танк в прострел и его забирает. И Left to Sleeve пока ведет, у них остается... 3 ЛТшки и 50-100. Это 2 РУ-251, 13-90. Вот, и 50-100, причем 50-100, прошу заметить, фуловый. Он сейчас может очень сильно зарешать. У ГВ 50-100 был шотный, его забирают. И остается 2 ИСа. ИСы, ИС-2. ИС-2 успевает дать прострел по ГиперИксу, но это... Ну, не особо, видимо, поможет пока что. Нет, забирают Нейрс, забирают РУ-251. Делают это Лерой на ИСе, и остается GyperX и Сюрвивет. А здесь Сюрвивет, извините, я очень тут ники путаюсь в никах очень сильно. В общем, остается 2 ИСа, остается 50-100, который сейчас на КД, он не может сделать абсолютно ничего. Остается РУ-251 шотный, которого забирают ИСы с одного выстрела. И 50-100 от Кадешеса, не успевает он отдать барабан, не успевает он забрать Лео. И РУ-251 тоже погибает. И, ребята, это победа за Гивэй. Счет 2-1 в пользу Гивэй. Хорошо отыграли Left to Sleeve, хорошо отыграли очень первый бой, и, в общем, второй бой у них немножко не задался, и третий бой, собственно, тоже что-то пошло не так, что-то где-то пошло не так, вовремя, возможно, не ушли, 50-100 не ушел, я не знаю, в общем, что там происходило, толком такое месиво было, в общем, такая рубиловка, и, в общем, вот победителями вышли из нее Гивэй, зарешали все-таки ИСы. Ну, а я пока ожидаю приглашения от второй команды. От второй пары команд, вернее, которые сейчас будут играть.
И, ребята, сейчас мы будем смотреть матч между Kung Fu и Life и тогда 42 Сталь. Жду пока приглашения от ребят. Сижу, скучаю, смотрю на снежинки. Тут Wargaming нарисовали столько всего к Новому году, такую карту. Снежинки, которые летят.